Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя, вы на канале «Счастье в нас самих», и сегодня, как и каждый день, карта дня. Сейчас мы посмотрим субботу, что же принесет нам суббота. Первое, что я вижу, в субботу будет интересный день, будете делать очень много нового. Чего-то, чего вы не делали раньше. Опять же, не всегда же это касается работы, карьеры и бизнеса. Это может касаться отдыха, это может касаться определенных встреч, походов в места, в которых вы раньше не были. А также, даже если, например, вы идете в кино или в театр, это спектакль или сеанс фильма, который вы раньше не видели. Также в субботу получается, что от вашего взгляда на все, что будет происходить, зависит ваше состояние. Чем больше розовых очков, тем интереснее и легче будет день. Ну, я тут могу сказать, что вижу, что будут люди в окружении, которые попытаются, ну, по вашему мнению, испортить вам настроение. Чем легче вы будете к этому относиться, тем, чем больше будете улыбаться, тем меньше будет конфронтации. Вы обезоружите человека своей улыбкой. Вы знаете, что улыбка обезоруживает. Смотрим дальше. Ну, я хочу сказать, что все будет с запозданием. Вот, например, я могу привести как пример. Если это определенный концерт, то будет небольшая задержка. Если вы договорились о встрече, то человек, с кем вы будете встречаться, или вот если вы собираетесь в компании, будут люди, которые будут задерживаться, и тут не злитесь, не раздражайтесь, просто делайте, знаете, вот семеро одного не ждут, обычно говорят, и очень часто я знаю, что я в свое время, я опаздывала. Да, опаздывала, особенно когда это были какие-то встречи, вот ресторан, день рождения, свадьба, не знаю, батмитсва, бармитсва, юбилей. И получалось, что да, я всегда опаздывала. И, соответственно, пока я приходила, я вам честно скажу, я даже сейчас я улыбаюсь этому, пока я приходила, ну, в ресторане были все, вот именно те блюда, которые я бы хотела попробовать, были съедены. Так что, если человек в определенное время не пришел, потому что задержаться можно на 10-15 минут, это нормально, особенно если это просто какая-то встреча, а не appointment куда-то в организацию или учреждение, так просто человека не ждут, а начинают, а уже когда человек присоединится, тогда присоединится. Ну и что могу сказать, что вот опоздавшей будет девушка, опоздавшей будет женщина, это женщина старше 45, цвет волос, вот не могу, я не вижу цвет волос, вижу, что интересная женщина, довольно-таки высокая и очень серьезная. Знаете, задержится не потому, что хотела задержаться, а просто по той причине, что что-то произошло. Или у женщины был рабочий день, и поэтому она не смогла прийти вовремя. И так что не обижайтесь, не расстраивайтесь и не ругайте. Она присоединится тогда, когда присоединится. Ну а в общем могу сказать, день, вот не вижу я, чтобы он был очень спокойный, но спокойствие дня зависит только от вашего спокойствия. И по этой карте я еще могу сказать, если не смотреть на нее как на карту двора, а именно как значение, то значение этой карты – это спокойствие и уверенность. Так что выбор ваш, как всегда.